В интернете подвели итоги и выяснили, какие события волновали россиян в 2016-м, каких людей гуглили чаще всего, а также какими фильмами, мемами и туристическими направлениями интересовались рунетчики. Первую строчку в топ-10 самых быстро растущих запросов занял футбольный турнир «Евро-2016», вторую – песенный конкурс «Евровидение», а на третьем – Олимпийские игры в Рио. Далее расположились вышедшая летом мобильная игра Pokemon Go, выборы в США, ну а в списке важности этого года еще iPhone 7, Оскар 2016, лабутены, Слизер, игра в червячки и пакет Яровой. Персоной года стал Дональд Трамп. Его соперница Хиллари Клинтон оказалась только на 9-м месте. В пятерку также вошли актер Алан Рикман, исполнитель роли профессора Северуса Снейпа в фильме о Гарри Поттере, и музыкант Дэвид Боуи, скончавшийся в январе. В топе актеров блондинка Марго Робби, снявшаяся в фильмах «Волк с Уолл-стрит» и «Отряд самоубийц». Персоной года россияне также назвали и артиста цирка Олега Попова, которого не стало в ноябре. Мем года – клип «Пати Мейкер» хип-хоп-исполнителя Пики. Фразу Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь», сказанную им во время визита в Крым, не произносил в этом году только ленивый. Шутливое фото «Дратуйте» также прочно вошло в обиход россиян. Стоит еще добавить сюда такие явления, как вейпер, любитель электронных сигарет, и вайнер, так называют популярных видеоблогеров, снимающих смешные короткие ролики. Ну а закончить хотелось бы мемом недоумевающего Джона Траволты. Самым востребованным местом для путешествий среди россиян в поисковых системах оказался Крым, опередивший запросы Тунис, Приморье, Турция и Геленджик.